Так, чуваки, всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня, я думаю, поняли полезный ролик, о чем будет речь. Итак, я выпустил недавно ролик, что типа вот Иванов уйдет, многие говорят, что такого не произойдет, я сам на самом деле не знаю, уйдет он или нет. И вот, после того, как я выпустил видос этот, Федя Чу сделал стрим, возможно, ты его видел, возможно, что-то нет, мне его скинул подписчик, это Евгений или Александр, или Евгений, не помню. Евгений, короче, или Александр Мазин, я не помню, мне скинули. Я не смотрел этот стрим, ну, я уже посмотрел его, только я уже посмотрел в записи, а именно прямую трансляцию я там не был. И давайте послушаем, что же Федя Чу говорит по поводу Иванова, по поводу ГО, когда, что и зачем. Так, давайте посмотрим, послушаем, точнее. Смотреть даже нечего, в принципе, просто он снял видео с ГО, как-то, блядь, и все. Давайте посмотрим. Послушаем, точнее, просто, что он говорит. И ты? Так, именно первая фраза. Слушайте первую фразу. Здорово, бандиты. Здорово, бандиты, блядь. Сейчас до вас хочу донести небольшую новость. Всех интересует вопрос по поводу глобального обновления, я как понимаю. Так вот, ребят, сейчас, короче. О, голосок, спасибо. Ходят, значит, разные мифы, там, бла-бла-бла. Мифы, блин. Может, слухи, а не мифы? Какие, блин, мифы? То, что кто-то уходит, не уходит. Хочу сразу объяснить, что это происходит постоянно. Все когда-то уходят, не уходят и в итоге возвращаются. Но тут ситуация жесткая прям. Потому что Иван Наумов, сраный гей. Блять, тут ситуация жесткая, и тут фраза «Наумов, сраный гей». Вообще заебись. Кстати, Наумов это не Иван Иванов, это другой чувак, короче, как я понял. Хотя я думал, раньше я думал, что Иван Иванов и Иван Наумов это один и тот же человек, но оказывается нет, чуваки. Оказывается, все не так. Который очень долго делает обнову. То есть, получается, знаете, что было? Ситуацию проясню по поводу глобального обновления. Мы наняли нового программиста. Он постепенно делал глобальное обновление, делал. И Ваня начал возмущаться, мол, вот очень он долго делает ГО. Дайте мне, я сделаю все типа за 3 дня или что-то в этом роде. Дали ему мод, и по словам Эрика, он что-то посидел на сервере часика два, в основном просто в ФК стоя, выходил, все. И то есть, по сути, он сказал, что осталось совсем немного, и написал себе на стенке то, что если у БТ не будет до конца каникул, то он уходит с Амайзинга. Ничего, если что, не изменится. Блять, вот люди ждут ГО, а ему просто смешно, понимаете? Ничего не изменится, ничего не изменяется уже на протяжении, блять, года. Если чё, Федя, блять. На протяжении года нихуя ничего не изменяется. Вот, просто, ребят, значит, переходим к плану Б. Всеми. Мне интересно, какой был план А, блядь. Вот интересно, какой был план А? Вами нелюбимый зомби-сервер, который не нравится тем людям, которые не умеют стрелять и думать головой. Так вот, насчет зомби я хотел сказать, то что мы сейчас, то есть, делаем небольшую обновку на зомби и переходим, берем Леху. Леха у нас трудолюбивый, но мы его не затрахивали по поводу РП. Так вот, Егор, вот. Короче, беру, значит, Леху, который занимается зомби, и заставляем его, точнее, его не нужно заставлять, его достаточно попросить доделать глобальную обнову. Все. Блять, понимаете? Зомби-сервер. Там, блядь, от силы играет
Ну 100 человек, ну 150 максимум. А РП сервер, у них 7 серверов, блядь, 7 серверов. 7 серверов, блядь, и там играет по 500 человек. И они, блядь, мы сейчас зомби-сервер доделаем обнову и займемся РП-сервером, блядь. Ну серьезно? Люди ждут уже год, они, блядь, зомби-сервером занимаются, блядь. Мы на зомби-сервере доделаем, где играет 150 человек, грубо говоря. А там, где играет 2000 или 2500 человек, РП-сервер, мы забьем хуй, подождем немножко. Вы подождете, пока мы будем делать ЗМ. Не, ну, блядь, ну, чё за прикол, серьезно? Как я понял, что мод этот, блядь, ходит по рукам просто. И никто не может до конца его сделать, реально. Никто, блядь, из них не может до конца сделать этот мод, блядь. Вы только нас видосиками этими кормите, блядь, что вот так заебись, нахуй. И так далее, скоро, блядь. Когда же скоро, блядь, уже год, нахуй, этот скоро приходит. Серьезно, блядь, ну сколько можно? Реально, мне уже смешно, серьезно. Вот это смотреть, это все слушать, про это уже снимать, смешно, реально. Про это реально уже смешно просто снимать. Давайте послушаем дальше. Каких проблем не будет? Это план Б, который 100% выиграет. Главная проблема это то, что... 100% выиграет. Надо, чтобы не 100% выиграет, а же 100% сделали, блядь. А то, блядь, понимаете, вот, сука, у меня же сейчас пригорает, пацаны. Вот, понимаете, зачем было писать пост, что, блядь, ГО сделано на 100%, блядь, хотя нихуя не сделано. Понимаете? Нихуя не сделано. Где этот пост 100% написали уже, когда прошло месяца, наверное, два, блядь, да? С момента того поста. Ну, месяц, блядь, ладно, месяц. Что на 100% уже ГО сделано. Но ни хрена, блядь, не сделано, как мы видим. Нам просто пиздят. Просто нагло пиздят. Мы реально должны были выпустить к Новому году уже обнову. И там реально уже писечку осталось доделать. Писечку осталось доделать? Блядь, вы эту писечку, блядь, не можете уже почти месяц доделать, эту писечку, блядь. До Нового года вы должны... Уже сегодня какое? 7 число, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, сегодня уже 7 число. Да, вы сделали подарки, добавили новый маппинг, елочки, да. Но зачем было писать, что ГО готово на 100%, если этого... Это не сделано? Делать. Вот. Все задолбались ждать, я знаю. Но, ребята, вы смотрели видос, что там вообще изменилось? И это реально еще не все, вы понимаете? Короче... Вот именно, мы только смотрим и смотрим, и смотрим, и смотрим, и смотрим. На протяжении уже года смотрим и смотрим. Но мы же хотим уже поиграть, блядь. Толку смотреть, да. Вы нас понимаете, вы только нас дразните тем видосиками, да. Все охуенно на видосы и так далее. Мы хотим уже поиграть там. А не просто смотреть постоянно видосики эти. Ребята, всем рекомендую сейчас... Что делать? Вот я бы на вашем месте что делал? Фармил бабло? Вот с ним я соглашусь. На данный момент, что можно делать на майнинге? На майнинге сейчас скучно, на самом деле, особо нечем заняться. Вот самое правильное, что он сказал, это фармить бабло, пацаны. Фармите бабло. Не пиздуйте в казино, проебайте деньги. Лучше фармите. У вас время еще дохуя. Я уверен, еще месяц-два ГО не будет. Где-то месяц-два, может быть, чуть больше, может быть, раньше. Но у вас пока есть время фармить бабки, тем более X2 и подарки на сервере. И ждал глобалку. Типа, без нее тоже можно играть, и как-то люди играют. Да, можно играть, люди играют, но скучно играть, скучно. Да, вы хоть добавили подарки, елочки, добавили каток в Южном, каток в Арзамасе. Да, повеселее стало, но это всего лишь на неделю. Потом обратно людям скучно, блядь, они уже хуйней страдают, я по себе знаю, понимаете? И она будет, это 100%. И правда, вот, дело времени. Все-таки работа идет. Он говорит, работа идет, вы дали одному, второму, третьему. И говорите, что они нихуя не делают, говорите, работа идет. И говорите, что сейчас мы доделаем ZM-сервер, там... И Лёха, или как его там, Лёха займется РП-сервером. Так как работа может идти, блядь? Он прям в прямом эфире, понимаете, пиздит, блядь. Ну, пиздец. Мы не
начинаем сейчас к Новому году делать мод, мы заканчиваем, то есть работа идет. Вы, блядь, начали еще год назад. Вообще год должна была выйти в сентябре. Блять, в сентябре. А сейчас у нас что у нас? Январь. 7 число. Сентябрь. Так, раз, два, три. Не, стоп. Сейчас. Раз. Сейчас, подождите, я что-то запутался. Вот. Раз, два, три. 3 месяца, короче. Сентября прошло 3 месяца и 7 дней, можно сказать. Ну, 3 месяца прошло. Понимаете? То есть... Все равно что-то добавлено, что-то оптимизировано, что-то исправлено и все такое. Просто так время не течет. То есть, если вы подождете чуть побольше, это значит, что вы увидите Блять, куда еще больше ждать? Год, блять, куда еще больше ждать? Я не понимаю, куда? Куда можно еще больше ждать, чем год? 1,5 года, 2 года ждать будем. Ну серьезно, блять, это уже смешно. Такой проект, понимаете, глобальный, 7 серверов. Почему другие проекты могут вовремя делать глобальное обновление, а вы нет? Да, у вас дохрена работы, но понимаете, это все можно было бы сделать быстрее. Намного быстрее. Блин, ну, пиздец. Побольше, и все. Ладно, ребят. Всем спасибо, что послушали трансляцию до конца. И ждите обновы. Если сейчас Ваня ничего не сделает, второй скриптер тоже не начнет работать. Разработку зомби мы немножечко откладываем. Берем Лешу, он занимается РП-сервером, и тогда глобальное обновление. Бля, ну давно пора было бы уже кого-то поставить, чтобы он уже докатился до конца, уже реально на 100% доделал глобальное обновление. Будет 100% и... Скорее всего, в ближайшие сроки. Все. Ну, в ближайшие сроки, я думаю, это грубо сказано. Ближайшие сроки, блин. Куда уже. Ну, год реально прошел уже, даже чуть больше, наверное. Чем год прошел. Фу, до лета осталось, пацаны. 5 месяцев до лета осталось. Грубо говоря. Ну а до осени осталось. Всего лишь 2 месяца. Если осенью, точнее весной, если мы весной не увидим уже глобальное обновление, тогда я уже вообще не знаю, что вам говорить, что думать и так далее. На этом у меня все. Спасибо, кто посмотрел это видео. Я высказал лично свое мнение. В принципе, возможно, мнение всех других игроков. Если вы с этим согласны, поставьте мне лайк. На этом у меня все. Всем пока-пока. She was from the outside, I was from the north. She was from the south side.